Песков прокомментировал идею ввести термин «верховный правитель». Вы знаете, несколько дней назад я угорал со своими там товарищами с тем, что Путин в Конституции должен записать. И не стал это говорить в эфире, потому что подумал, что скажет, ну Мальцев уже вот Путин так ненавидит, что прикалывается уже так пошловато. Да? Я хотел сказать, что введут в Конституции термин «наш покровитель». Помните, как эти ввели в Туркмении этого Горбунгулы? Они там «наш покровитель». Вот, и вот верховный правитель, наш покровитель, да, и Песков что сказал? Песков говорит, в ходе дискуссии, в ходе работы этой комиссии поступает очень много предложений и прочее, прочее, и то есть все, ничего не говорит, не говорит нет. Более того, Путин заявил, что у него нет позиции по этому вопросу. У Путина нет позиции по поводу того, чтобы его называли верховный правитель, блядь, солнцеликий, там еще как его там надо назвать, блядь. Просто жесть какая-то. То есть настолько уже скатились, как к вам обращаться, мой господин, ну да, хозяин, да, хозяин. Почему? Наш хозяин, да, я помните, я рассказывал, как Таецков устраивал мероприятие, я обычно редко ходил, вообще практически не ходил, а здесь он меня уговорил, ну там вроде как это очередной такой момент, без вражды, без войны, и там ну надо прийти на день рождения там, и это Чуриков тогда зампредом что ли был. Он меня там чуть ли не за руку рядом с собой посадил, вот сиди, выходит этот Авраам, как его, Руссо, да, Руссо, Авраам, вот, и он вначале-то он там прочитал, как зовут, что Дима Аяцков, что там день рождения, туда, а потом забыл, и весь вечер называл его «наш хозяин». И я ржал, но я весь вечер не выдержал, я, конечно, после официальной части отвалил, но было очень смешно. Вот так и здесь, наш покровитель, наш хозяин, Путина надо официально, наш хозяин звать.